Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием The Evil Within 2. Обязательно ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Ну а теперь очень интересно, что будет происходить дальше в игре. О, вылезли. Слишком быстрое. Жесть, сколько патронов, никуда. Он лучше б гель с них собирал. Реально. А не порох. Порох нафиг не нужен. Пороха и так много. А вот геля не хватает. Гель нужно еще больше, больше, больше. Пошел. Черт, патроны кончились. Все. Ладно, буду играть, как играется. Порох пока тратить не буду. Кстати, два ключика есть. Давай. Блин, долго. Не люблю такие моменты. Пока кофейку хлебну пока. Ты издеваешься, только кофеек начал хлебать, а он уже закончил. Ай-яй-яй. Туалет-то современный какой, смотри. Обалдеть. Даже интересно идти, камера смотреть. Ничего интересного, да? Это так в соседнюю камеру переход просто. Типа секретка. И все, только ради этого. Да. Жестко. Весьма жестко. Хорошо прилег. Чё прилег, интересно? Прилег до того, как закопытился, или после? Эй, вы слышите меня? Его положили туда. Значит, это был не сон. Эй, вы слышите меня? Пожалуйста, я знаю, что
долгая сцена такая. Не откроется? Ня. Не откроется, увы. Давай, братан, беги. То, что ты ищешь, спрятано глубоко. Только спустившись, можно снова подняться. Что происходит? Да мне тоже интересно, что происходит. Жестко. У тебя есть ключ к облегчению страданий. А я могу показать замок. Кто ты? Что тебе нужно? Да, что-то прям совсем жестко. Запрессовали Себастьяна. Только не говори, что все это бежать надо. Новые противники. Опа. Блин, а за того больше дали, 700 дали, по-моему, да? Эх, ну ладно. Давай, используй. Ну. Гарпуны. Бери еще один. Ну а чё, почему бы и нет? Так, секунду. Немножко отвлекся, прошу прощения.
Заноза, потому что Стефано собирался сам все в свои руки взять, да? Поэтому конкурент появился. Ну, вот так, мысли вслух. Так. Давай-ка. А. Так, ну, в принципе, все. С возвращением, детектив. Так, что здесь? О! 5000. 150 деталей, отлично. Прекрасно, я доволен. Уже получается 22350. Ну еще где-то 50 с лишним тысяч нужно геля для слоумо. Так, стоп. Давай-ка берем. О, какое там мясо. Жесть. А можно открыть решетку, нет? Закрыто. Должен быть какой-то открывающий механизм. Как раз надо по лестнице по этой забираться, получается, да? Только не говори, что это какой-то пазл. Интересно, что здесь? А, еще одна лестница. Понятно. Что дальше? А, нет, все правильно было. Все было правильно. Вот. Соединить просто нужно. Надолго, надеюсь, это не затянется. Угу. Вот так вот может быть. Я просто не знаю даже. Так понял, что просто это не будет однозначно. Так. Ну-ка.
Сейчас посмотрим, что получится. Так. Ну, вроде все получается, как положено. Это только осталось доделать и все. Во. Кровь, кто бы сомневался. Ну, муторный пазл, на самом деле. Мне не понравилось. Давай быстро спускайся. Ничего, там интересно будет. Канализация какая-то? Или нет? О! Жесть какая. Себастьян Кастеланос, наконец-то ты пришел. Я тебя ждал. Ты еще кто такой? Верные зовут меня отцом Теодором. Надеюсь, что и ты будешь мой друг. Очередной псих с комплексом Бога, да? Одного я уже сегодня убил. Ну, конечно, убил. Только так ты и решаешь все свои проблемы. Угрозами и грубой силой. И куда тебя это привело? В ад, который ты создал сам. Опусти оружие. Хоть раз пусти в ход мозг, а не кулаки. У нас одна цель, Себастьян. Поможем друг другу. Иди со мной. Ты снова будешь вместе с дочкой. Ну, а у меня будет сила ядра. Я уже знаю, у кого Лили. Да. И Мира ее так просто не отдаст. Что? Где они? Хотел бы я рассказать, но ты пока не готов. Ты признаешь меня своим пастырем, и тогда я разделю с тобой знания. А ну выкладывай, где она? Прими мое предложение. Я помогу тебе уйти от собственной тьмы. Я приведу тебя к Лили. Ну уж нет, ты мне не пастырь. Как скажешь. Тебе столько боли. Прошлое ни на секунду тебя не отпускает. Я показал тебе путь сюда. Пойми, я здесь, чтобы тебе помочь. Возвращайся ко мне добровольно. Тогда мы станем друг другу теми, кем должны быть. Не врагами, не союзниками. А пока прощай, Себастьян. Ah!
Подожди. Ути, кто проснулся. Наконец-то. Ну, помоги, что ли? Стрелять-то хоть умеешь? С этой стороны. Стреляй, пока не перебьем или патроны не кончатся. Глава 10. Что тут вообще творится? Изначально скрытая. Потом объясню, пока наша задача ноги унести. Они не сдаются! Ну и мы не станем. Так. Жри свинец, урод долбаный! Так. Тебе не впервой. Я уже и не считаю. Ходят по огню так спокойно. Пока можешь. Я слышу, еще идут. Ладно. Но потом ты мне все расскажешь. Лучше б гель давали, блин. Патроны выпадают и выпадают. Не дай им себя окружить. Долго еще будет продолжаться безобразие? Ты тоже молодцом. Ну, наконец-то гель. Слышишь? Что это за звуки? О, черт! Берегись! Ох! Что это за твари? Да какая разница? Вали! Больно! О, ты сволочь! Меня так просто не остановишь. Да стоп! Вроде это все. Ништяк. Ой. Надо убираться отсюда. Ну подожди ты. Нет? Я думаю, сейчас поднимется. Спасибо. Вряд ли я бы в одиночку отбилась. Я Эсмеральда Торрес. Я... Себастьян. Знаю. Правда? Пока они утихомирились. Надо валить, пока новые не пришли. Как я здесь оказался? Кто ты такая? Нет времени на кучу вопросов. Сейчас надо в убежище. По дороге поговорим. Идем. Бери внутри все, что нужно. Я жду. Бери патроны. Все, в принципе, можно за ней следовать. Постарайся не шуметь. Тут могут быть еще твари. А откуда ты имя мое знаешь? Кидман считала, что ты можешь появиться. Кидман? Сказала, если план провалится, она уговорит тебя помочь. И вот ты здесь, значит... Погоди, я запутался. Какой план? Вытащить отсюда Лили и начисто уничтожить Мёбиус. Погоди, блин, секунду. Я думал, может, еще не будет.
Что блестит? А, патроны. От монстра остались. А что, нельзя попасть в этот трейлер? Печалька. Черт! Дай угадаю. Это была дорога к твоему убежищу. Найдем другой путь. Пошли. Погоди, постой. Этот план. Кидман ничего такого не говорила. Ну да, не могла же она вводить тебя в курс дела при всех. Сюда! Короче, один поднимает, другой пролезает. Ну так, понял, ты теперь сейчас надолго. Но то, что день, это круто. О, ты как? Дай помогу. Да пролезай уже, пока на башку не уронила. Окей, держу. Спасибо. Что, старичок, отдохнуть надо? Да ладно, не такой уж я и старый. Значит, все это время Кидман планировала уничтожить Мёбиус. Вообще, это твоя жена планировала. Погоди, Мира? Так вот как она сюда попала. Она часть Мёбиуса. Это бред какой-то. Придется подлезать. Спину не надорви. Помолчи, Торрес. Ты знаешь, тебе бы стоило гордиться женой. Она крутая. Я пошла сюда за ней. Я не понимаю, зачем ей присоединяться к ним? Она узнала, что Лили у них, и поняла, что их можно уничтожить только изнутри. Она пролезла внутрь и ждала нужного момента. Значит, все эти годы она была у них. Черт. В голове не укладывается. Да уж. Но давай не будем отвлекаться. Надо туда забраться. Поможешь? Да, конечно. Готово? Держись, я страхую. Да-да, порядок. Эй, ты про меня забыла, что ли? Что, думал, я тебя тут брошу? Теперь ты часть плана. Ах, план. Ну да. Кто еще участвует в этом маленьком заговоре? Нас всего четверо. Я, Кидман, Мира и Теодор. Теодор? Отец Теодор? Отец Теодор? Вроде он просто Теодор Уоллес. Знаешь его? Встречались. Он хочет вовсе не спасти Лили. Он хочет забрать ее. А еще он убеждал меня выследить Миру. Именно он все и испортил. И как вы планировали действовать? Мира и Теодор находят Лили. Мы с Теодором ее выводим. Мира остается и разбирается с Мёбиусом. А Кидман снаружи. Помогает нам выбраться из Стэм. Черт, все должно было быть так просто. Ничего не бывает просто. Да, что-то какой-то вот это момент муторный очень. Наконец-то движуха хоть какая-то пошла. Что такое? Черт, у нас проблемы, смотри. Быстро, за мной. Вот и нет твоего убежища. Я бы не стала делать убежище у всех на виду. Оно спрятано.
Но нам надо пробиться через этих тварей. Ты видишь красный флаг за тем домом? Да. Так вот, вход в убежище там. Ясно. Я пойду первым. Держись за мной и не высовывайся. Да уж. Так, снайперская винтовка. Слушай, я уже с такими сталкивалась. Если они горят, держись подальше. Блин, ну нахера этот порох из них выпадает? Вот, гель это уже другое дело. Снайперская винтовка, ого-го, как ничего. Блин. Сюда куда-то. Что это такое? Подсумок улучшен. Нейлоновый подсумок для переноса дополнительных патронов для снайперской винтовки. Круть. Лучше такой подсумок для инъекций дали. Интересно, здесь что-нибудь еще есть? Ну. Да ладно. Баганул, что ли? Слышь? Хватит там бегать. Не люблю с ботами бегать в играх. Они все усложняют в большинстве случаев. Как сказал Сунь Цзы, наилучшая победа — это победа без сражений. Молодец, Себастьян. На самом деле ему должен был этот люк по башке ударить. Потому что он прыгнул. Ну и в убежище тоже. А люк должен был упасть сразу же. Увидишь, сколько у меня там взрывчатки. Она совершенно безопасна. Ну пока я не установлю запал. И что нам делать с Теодором? Я не знаю. Он ненормальный. Его обиталище — просто мечта Инквизитора. Меня должно бы радовать, что Лили не у него, а у Миры, но... Что? Лили у Миры? Да. Но я не уверен, что это хорошо. Она изменилась. Это место на нее как-то повлияло. Мира скрывается, защищая Лили от Теодора. А он явно ни перед чем не остановится. Если я остановлю его, может, Мира придет в себя, и мы вытащим Лили отсюда. Значит, мы должны убить Теодора? Да. Но сначала его нужно найти. И как это сделать? Мне помогал Анил. Я свяжусь с ним. Но сперва надо бы доложить Кидман. Ты только не скажи чего лишнего по этой штуковине. Наверняка над Кидман сейчас нависает этот ящер.
Себастьян, где ты был? Нашел Стефана? Даже больше. Я его уничтожил. Хорошо. А Лили? Ее я опять упустил. Очень жаль. Какие-нибудь зацепки есть? Есть хорошая новость. Я вышел на агента Торрес. Ее сведения были бесценны. Очень хорошо. Ну, а что плохо? А плохо то, что кое-кто... И для этого ему нужна Лили. Торрес сказала, что ты тоже его знаешь. Черт. Я отправлю кое-что. Держи меня в курсе. Я знаю. Я доверяю. Ладно. Вернемся к нашим делам. О'Нил, это Себастьян. Ответь. Что-то не так. Попробую его найти. Что ж, друзья, здесь давайте... Держим, готовь оружие и взрывчатку. Когда мы я тогда... найду Теодора, мне понадобится твоя помощь. Отсюда есть выход в сеть? Да, в той комнате есть компьютер Мёбиуса. Попадешь к выходу 72. Отлично. Я свяжусь с тобой. Держись, Торрес. На этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание. И глава 11. Воссоединение. Пока.